Это прекрасная материя. Мы будем там в фестивале, но все будет очень серьезно. Излиться на честные глаза. Ну, короче, дорогие гости, ждите, будет весело и шумно. А на дворе то солнце, то ненастье, да? Да. Но это нам не портит настроение. Ведь нас сегодня пригласило счастье. Мы празднуем семейного рождения. Пришло время предоставить слово нашей очаровательной молодой паре. Первое слово для нашего жениха. Аплодисменты, дорогие друзья. Вадим не смог сидеть спокойно. Он говорит, надо что-то сделать. Хочу ли Танюхе сделать сюрприз? И они делали. Скидываемся. Другого выхода у вас нету. Надо было воспитывать правильно молодежь. Дорогие друзья, это привилегия для нас представить вам мистера и миссис. Приятного аппетита, мамочка. Ребята, делитесь теперь. Пришла чита, пришла пора.